І так, доброго всім дня, шановні мої підписчики. Хорошого времени суток, гості моего канала. Сьогодні праздник Святої Троїці, дуже великий праздник для всіх православних. І в нас після генеральної реконструкції з'явився храм на вулиці. Я вирішив сюди зайти, зняти обзорне відео. Самим цікаво, що ж воно тут у нас зробили за год. Год ударного труда. Іде служба. Ну там сильно багато коментувати не буду, тому що ви розумієте, карантин ще не відмінили, прийдеться одіть пов'язку. Тому це буде немножко трудно і тяжело. Ось женський монастир у нас тут при храмі. Зайду з цієї сторони, пожалуйста. Все это очень величественно, все красиво. Самое главное, интересно, что в середине. Очень и очень. Сейчас один дзвонится. Дзвоны у нас тут бьют. Каждые полчаса служба идет. Прихожани, ну теж всі, хто в маски, хто без, ну так. Конечно, красота. Дух захватывает, ребята, святой. Вишу канастас, який, гляньте. Ви для себе знімаєте? Ну, я ж знімав ще там, як було в храмі, ну, в монастирі, без, розрішають без проблем. Все красиво, величественно, конечно. Да. Людям дав Бог талант. Вони його. Все от. Гляньте. Наскільки це все величественно і красиво. Наскільки це все прекрасно. Аж в горлі за першого трошки, звісно, волнуюсь, волнительно, понятне діло. Очень молодці. 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 О.
Колокольный звон каждые полчаса. Да, что может быть прекрасней людского труда? Так, ребята. Бачите, був обыкновенный пустырь, брошенный магазин. И все сделали, как красиво. Территорию облагородили. И вот сидит бабушка. Можно вас снять? Нет. Не надо? Ну, как хочете. Спасибо. Ну, ладно, на этом будем заканчивать. Церковная лавка. Сейчас зайдем еще сюда. Да. Это угу. Пожалуйста. Вот красивый мужчина. С праздником, девочки, здрасте. Спасибо. А вы кто? Собкор. Новосиднепр. А? Новосиднепр. А то это. А вы кто? Что, прихожанин. Я хочу с мужем прийти. И мне вот этот понравился. Он такой, знаете, для мужчины. Для мужчины. Чтобы большенький и такой, что мне... Ну, на этом всего хорошего, до побачення. Понравилось, подписывайтесь, приятных просмотров, празднований. Всего доброго, до побачення, ваш фронтовый корреспондент. Не забывайте, палец в гору, колокольчик, будьте здоровы.